Другие жители ничего не сказали, но нашелся один ебанутый, которому не нравится все это. Да вчера с деревни приперся. Все долбоебы на мою голову. Я вообще-то у себя дома. Не нравится, валяйся в своей деревне, блядь. Слава богу, здесь живут еще и нормальные люди, которые ничего не говорят мне. Улица Даниила Чункадзе, 12.
Дом Базарджан. Тут написано, кого-то там расстреляли.
улица Чонкадзе. Пока я в этом доме снимал Чонкадзе 12, мне там вообще ни слова не сказали. Жители видели, что я снимаю все, вообще ни слова не сказали. Зато под конец дня на улице Ингароква, на пересечении улицы Чайковского и Ингароква, как обычно, зашел в подъезд, снимал все. Так вот, там в этот дом одновременно приперлся еще председатель дома. Вот старая вонючая пизда. Весь мозг выебало мне. Улица Чайковского. А сейчас смотрите, куда я захожу.
гнилой пол, и я по нему пройду сейчас. Зашел в аварийное здание, прошелся по гнилым доскам, чтобы все это снять.